Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые тари-тари мукалит муармса. Доброе эстонское утро вам всем. Что мы делаем сегодня? А сегодня первым делом мы будем пить кофе. А дальше... Вот, Сергей пришел. Осматривать. Всем привет. Вот, привет, да. Пришел осматривать и скажет свое ценное слово. А что сказать? Ты не за чужую работу. Он авторитет. Да, авторитетный. Ничего. Ну вот. Эти-то ребята как бы не нуждаются в особых. Да, они хорошие ребята. Хвалебных, да, сами себя за себя отвечают. Угу. Так. Ну, отлично. Отлично. Ну, в общем-то, я с ними договорился, что завтра мы вместе будем работать. Они мне не мешают. Я даже сегодня хотел поиграться, может быть. Только не очень рано. Сегодня, сейчас прям. Чего? Надо спать хочешь. Рано, мама. Только 8 утра. Ты можешь закрыть дверь, я буду. Туда попойду. Эти трубы, они там вообще такой... Внутри этот мех, как бы этот самый. Начинаем мех. Обшивать уже я... комнату. Подожди, Василий. Мне пофиг, как фактурсу. Мне главное, какой диаметр. 160 где-то. Вот это, самое главное, что этот диаметр можно его сжимать. Сжимание, что он не меняется. Можно его вот так вот чуть ли не овальным делать. Yes. Володя можно сказал, что вам скажет все. Да, можно приплюснуть спокойно, не вопрос. Он говорит, все равно диаметр, ну как бы общая площадь остается одинаковая. Ладно, это все понятно. Чтобы удобнее было монтировать. Да. Поговорили. Было обещано подумать. Подумали? А что же ответ? Будем делать подсветки из, будем. Этих, из коробов? Да. Из всех, что ли? Посмотрим. Подсветки из коробов, и они не будут направлены на стенку, бог с ними. Я не понимаю, как еще будет вот здесь. Нет, мы про это пока ничего не говорим. Вот остальные стенки. Но они, наверное, должны выходить из дна, как бы, короба, так, да, получается? Из дна, да. Здесь, наверное, не надо это будет. Здесь не то, что светло, здесь карниз, это смешно. Да. Не, ну карниз... А его не будет. Мы можем карниз совместить с коробом. Под короб карниз уйдет потом. А может, на короб сбоку уйти под карниз? Под короб, да. А может, под на... Короб. Нет. Карниз, это вообще карниз, можно это выкинуть. Конечно, его мы выкидываем, это понятно. Нет, отсюда выкидываем все. Это можно использовать стенку вертикальную, как карниз, а можно, понял. Можно нижнюю, да, да, да. Рельсу туда, просто рельсу приделать, и по рельсам просто двигать. Угу. Понятно? То есть там не будет лампочек, сразу понятно. Да, лампочки... Значит, у нас лампочки как-то должны вот здесь идти вокруг камина, где нет, здесь, я почему, не знаю, а дальше там только. Я задал вопрос, не чисто нравится мне или вам, да. А чтобы Василий посчитал, сколько проводов. Я понимаю. Вот для этого. Для этого надо решить сначала. Сколько надо проводов для лампочек, да? Для проводки вообще. Вообще, да. Розеток я хочу много. У меня здесь очень с розетками надо. Садится Яна с Василием. Но... Яна... Ага. Василий рисует план. Мы еще не придумали, мы только-только... Можете вот... рисовать пока на стенках, а Василий будет переписывать, начинать считать. Нам надо время. Где розетки, где что. Нам время надо на это. Сегодня хотя бы, потому что так я не могу. Я говорю, не сию секунду. Я, в принципе, он готов. Да. Потому что если я буду зашивать, что вязать буду... Да. Так, ну понятно. Значит, Яна рисует, да. где розетки, силовые розетки, просто розетки для компьютера. Что, ну, да. А если силовые, то что такое силовая? Где включать? Чайник, энергоемкие там. Энергоемкие. Чайник врубили, в комнате. Там еще что-нибудь там. Ага. То, что требует большего сечения провода. Поняла. Ну, наверное, в этой, подсчитать, в этой комнате этого не нужно. Нет, я хочу. Берем провод 2,5 и все. На 2, зачем? Зачем тебе везде 2,5? Зачем тебе везде на освещение 2,5, скажи? Да. Конечно. А камин, там от нас... чего питаться будут? Они оттуда хотят взять питание камина. Вот вентилятор. Нет, на этот там... вентилятор. Сколько надо там? Глянуть, сколько там квадратов. Камин много не берет. Моторчик берет мало. Там, ерунда. Силовые это тоже чайники. То есть он не относится, не относится к силовым? Нет, силовых-то у нас нет. Тогда здесь силовых и нет. Единственное, там чайник, кухня, все. Радиатор считается более-менее силовым. Спасибо, мне уже сейчас от вида жарко камина. Да. Вот это считается. Да, поняла. То есть меняем проводку, считаем розетки. Все, поняла. Пылесос врубил 1600. А, пылесос, да. Нет, ну,
Один он выдержит полтора года. Запасом полтора. Пылесос мы часто здесь. А если ты врубил вот в одну розетку одновременно там и чайник, 6 квадратов, а у тебя полтора всего. Ну, да, он тоже может выдержать, но до какого-то момента. Да. Ясно. Пока не нагреется там все еще. Ага. Окей. Ну, значит, на полтора тогда. Не, ну вообще полтора. Просто положено по финским, ага. А нынче по нашим правилам, розетки все разводятся 2,5 квадрата. Ну. То есть запасом. Запасом. Ты вот, допустим, сегодня знаешь, что ты... Ну, я и говорю. Полторы. Правильно. Я завтра забыла. Да. Ну, я и говорю, так я иду 2,5. Да. Да, нет, может, я хочу робот-пылесос сюда, допустим. А тебе все 2,5 квадрата. Зачем тебе на освещение 2,5 квадрата на люстру вешать? А, вот сюда. Ну, окей, да. Да не только сюда. У тебя еще там бра будет стоять. Зачем тебе везде 2,5 квадрата? Окей, ясно. Ну. Насколько я понимаю, до труб они начали даже это все построить. Они должны построить. Правильно? А потом уже нет, труб. Они сначала должны завести трубы. Должны... Конечно, как они будут строить? Наоборот. Потом они их зашивают. Да. А мы сейчас будем испытывать печку камин. Нам мастер уезжал, бумажка, сказал, да? Газета в туалете. Была. Нет, была бумажка от этого. Фирменную бумажку будешь сжечь. В общем, надо посмотреть, как он горит. Нам, конечно, жалко, что он такой желтенький, он будет закопченый. Поэтому мы, наверное, топить не будем. Будем мерзнуть и на него смотреть. Да. И вообще, это буфет. Туда надо поставить сервиз, хрустальную миску. Согласны? Некоторые считают, что у нас там все это мы все вином. Да. Бутылка коньяка. Да. Некоторые подписчики считают, что мы все время каждый влог пьем. Мы все пьяные, поэтому мы такие веселые. Представляете? А там тогда будет видно, отпито, нет? Да, тут надо будет видно, отпито или нет. Надо поставить. Так что веселье – это не всегда характер. Это еще, оказывается, прием горячительного. У кого как. Да. У других, наверное, веселье только из-за этого. Как нам писали. Ой, мы хохотали вчера. Что мы очень это любим. Да, что мы очень любим выпить, представляете? Мы хохотали, конечно. Каждый считает по своей, по себе. Да, каждый по себе. Завидует, наверное, просто. Но молча не умеет завидовать. Не, не умеет. Ты сначала делай, потом уже... Как зажечь камин, глава первая. Том. Опытный путем. А Сергей учит правильно. Сначала русский человек разжигает, а потом... Максимальным открытием подачи воздуха. Вот она. Максимальная подача. Ага, ну вот, да, правильно. Подача произошла. Том первый. Мама, бери стул, садись в первый ряд. Шибер надо открыть. Шибер. А где он? Здесь нет шиберов. Ну, шибер, наверное, вот тут и есть. Наверное. Шиберов здесь нет. Это... Подсасывание воздуха вот внизу. А шибер верхний? Здесь нету этого. Нету, да? Нет, тут такого нет. Это другая система. Мама, вы пришли? Садитесь в первый ряд, мама. Это прямо буфет и все. Буфет. Надо выставить рюмки и коньяк. И засечь, сколько было отпито. Хотите, так просто паспорт стопку и сожги. Вот смотри. Быстрее будет. Не мешайте человеку наслаждаться покупкой. Он сначала все читает. Знаете, как все работает? Как часы, все четко. В ожидании сеанса. Какие есть приметы при зажигании первый раз печки или камина? Как вот, когда покупаешь новую квартиру, надо запустить кота. А что есть при зажигании печки? Да, даже что-то не нашелся. У вас есть время. Примета, надо дрова подготовить. Выйдут ли мыши? Вы познаете хозяина. Если не выполз из помещения хозяина, значит все, что-то неправильно. Скорую вызвали? Кого? Скорую, пожарную команду. МЧС. Готовы были. Так а вы с какой части? Вы же и есть собирательная у нас. Свидетель.
И, наверное, щепки. А щепочки ты принес. Щепки, ага. Есть, да. Ну, сначала теперь щепки. Теперь щепки. Пионеров надо. Не было, что ли? Нет, да. Ну щепки они как бы. Нет, бумагу, не потом так, щепки. Так, чтобы... Вот, да. Как хорошо всем Василий, учить. Положи колодцем. Положи 4 бревнышка колодцем. Сейчас тебя научат. Смотри, как это делается. Давайте. Мастер класс от Сергея. Она еще не успеет, я. А, ну понятно. Мальчики строят. Это уже мужская игра. Мужские игрушки пошли. Первое время дымит, пока ты дымок. Конечно. Будет холодно. Она там должна пробить, да, пробку, да, воздуха. Должен быть мощный горячий поток воздуха, чтобы выбить пробку эту. Ага. Давно не топили. Или, скажем, мягко, никогда не топили. Сейчас такая погода, что и сырая, как бы и давление будет низкое. Он куда-то пришел к нам, такое непонятное. Давай еще, ну, чтобы жар был, тонких, вот таких всяких. Тонких, давай. Да? Да. Мы же не топить собрались, а просто прожечь, пробовать. Эксперимент. Да. Ну, топить-то не надо, жарко-то. Только подготовиться. Так что мы... Не с той стороны спичку поднес. Так, Вася будет своей рукой. Так, Сергей отойдет. Так, Сергей отходит. Для исторического кадра. Я в этом не участвую. Для исторического кадра Василий зажигает. История вершится. Наверное, закрывать, наверное, надо, да? Не знаю. Наверное, а надо. Конечно. Ой. Улыбайся, Василий. Да? Да не мне, а жене. А. Камеру. Сюда. Вася, улыбнись, история. Господи, в аквариум. Как это стекло и огонь. Это вообще нереально. А вот отсюда я. Господи. Нет, вообще вот ты зашла вообще вот туда, оттуда. Обалдеть. Господи. Стекло с огнем. Это прям таки странно. Ну вот стекло — это камин. Тянет, а дальше печка. Вроде ничего, да. Подожди. Ну, слушайте, гул есть? Подожди, еще рано. Я тоже фотку сделаю. Давайте. Скажи, я это установил. Да. А смотри. Потеет. Потеет, видишь, да? Угу. Наверное, надо подслушать. Послушайте, гул есть? Тихо, понятно. Есть. Вот. Видишь, стекло, потому что холодное, да, она... Видишь, дым внутри. Дым. Что-то с подсосом не надо, ничего. Максимальный или минимальный сейчас? Воздуха, вот этот вот. Ну а раз она идет, огонь, ага. Значит, воздух, наверное, есть. Ой, правильно? Как красиво, как. Жестянка. Горох. Жизнь моя. Я могу из кадра, а то ушла. На тебя, а не на, да, камин. Действительно, я тут ни при чем. Будут, да. Ага. Ой, господи, красиво как. Как красиво. Не, открывать стекло нельзя. Отличная тяга, хорошая. Тяга есть, да. Тяга какая надо. Тихо как. Вот, значит, надо смотреть, туда, откуда дует, если тянет, ну, как бы это, дым. Так, посмотреть на нас трубы еще идет. Нет, не идет. Здорово, сбоку. Сбоку стул он видит. Свершилось. Да уж, наверное, идет. Вот как же ему не идти-то? Мы так 2 года ждали установки. Уже забыл, как это выглядит. Похоже на дым-то, Василий. Да, ну такой чуть-чуть. Есть. Ну, не сильно. Ай, Вася. Не шишками растапливаем. Если бы шишки были, так там был бы такой же. Березка у нас для этого. Да, это же... А у нас кроме березы-то нет ничего. Дрова тут такие нормальные. Угу. Ну вот, так я тебе весь мусор сожжёте. Да. Ну что тут? Ну вам что? Вам-то может зимовать. Да. Василий, тут надо продумать, надо что. Да, зимовать. Вода, чтобы была. Вода. Не мерзла.
Там сзади аккумулирующие блоки маммут такие большие, специальные, ну, как кирпичи такие плоские. Чтобы они накапливают, потом отдают. Печка же это. Боже, как красиво. Как в кино каком-то. Тихо так. Да. Но это еще только начало. Стройка здесь еще и стройка. Мы просто проверяем тех... Печки нет, это просто... А тепло уже. Уже тепло тебе? Конечно, а как же? Конечно. Так он тепло отдает. Да. Дает, да. Тепло, да. Вот та печка, которая, камины, которые вот эти, она должна натопиться? Да, там, голландка, она... Час должен. Да, потом, только отдает. А этот мгновенно начинает давать. Да. А если еще по воздуховоду пойдет? Да, да, и про это речь. Сразу тепло. Про это речь. Ну вот. Теперь это будет строиться камеры, где будет собираться горячий воздух до 75 градусов. Как 75 достигло, вентилятор начинает по воздуховодам гнать в комнаты. Ну и от самого от него здесь, конечно, плюс аккумулирующие блоки. Уже тепло, даже здесь сейчас рядом сидим. Красота. Да, теперь долгими, длинными вечерами зимними. Да. С удовольствием. Мы с мамой уже решили, что мы в сентябре будем здесь жить. Так в октябре еще вполне себе. Ну, в октябре. Да, и в октябре пойдем за грибами. Нет, в октябре мы не можем. На солеными нормально. Да. До 15-го еще можно собирать. До Покрова. Да? Жарко. Тепло. Ой, как красиво! Я не могу вообще. Вот он лучше стал гореть. Ну, потому что воздух, воздух. Вообще тяга хорошая. Оставьте дверцы печи и приблизительно на 10-20 миллиметров. На 1-2 сантиметра. Открывай. Чтобы уплотнительный материал не соединился с лаком. Ну давай скорей. Когда вот так вот, сколько? 2 сантиметра это грубо. Вот. Угу. Вот так. Видишь, вот. Как сразу потянуло, да? Ага. Воет. Ты хотела, мама. Вот тебе воет. Сколько? Да нет, он либо не касался. Ага. Имеется в виду, там не важно, сколько сантиметров, либо не касался. Обжиг, запах есть, обжигается что-то там. А, это да, воздух это, поддув. Ну, да. Весь процесс нравится. Первого ввода в эксплуатацию проводится с максимальным открытием подачи воздуха. Максимальным. Перчатка от фирмы каминной. Варежка. А, видишь, я вот... Чтобы... Стекло-то оно же... Чтобы горячего не было, да. Тепло сразу в комнате, да? Ну, потому что открытый огонь. Как тихо становится. Ну вот. Я к тому, что единственный момент, это что вот всасывающий трубопровод от скважины, если вот он мелкий. Он пластиковый или... Нет, почему здесь пластиковый? И вот такой. Я да, говорю сечение. Про разные вещи. Все, муж уезжает в Таллин. Ему завтра с Кристиной в лагерь. Такой лагерь интересный. Там серфинг, йога. В общем, он должен... Такой, ну как, типа, семейный, я не знаю. А, все, пока-пока. Ну, теперь он приедет после лагеря. Там неделя семейная такая. Ну, я девушка свободная, знаете. Не замужем, без детей. Вот мама тоже провожает. Вот, а мы будем с вами... Почему я не еду в лагерь? Потому что у нас с вами продолжается стройка. Завтра придет Сергей. Будет уже начинать облицовывать, думать о потолке, о стенах, о проводке. И через еще один день придут
печники. В общем, мы ездить с вами пока кататься по лагерям не можем. Муж уехал, проводили. Здесь вот увидела, как он поехал. Пока-пока. Помахала ему отсюда платочком, здесь увидела. Между деревьев уехал, тут уже вот озеро и дорога. Ой, положили ему все мясо с собой, все эти шашлыки, много колбасок, ну почти все, так что всю эту гору, а остальное все мы заморозили, все эти колбаски, потому что в таком количестве это съесть, конечно, нереально. Все это у нас в заморозке. Готовых там, наверное, штуки 4 оставили. Давайте еще лесом полюбуемся. Вот вечером какие-то прям розовые эти стволы у сосен. Ну вот розовые. Ну красота, правда. Ой, озеро как будто зашумело. Прекрасно. Природа, это, конечно, что-то невероятное. Почему так быстро кончается лето, правда? Ну, а теперь я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго, хорошего. Хорошего настроения, позитива. Главное, чтобы здесь на душе было приятно, хорошо, солнечно. Тогда все-все будет сразу вокруг. Спорятся все дела. Ложусь спать. Что-то устала как-то за все эти дни. Процесс спанья, который вы хотите. Пишите, что можно и поспать, да? Но это только напротив ставить камеру и спать в прямом эфире. Но это как-нибудь в следующий раз. А сейчас до следующего видео. Пока-пока.